часть номер два. Паркинг от этого отеля. С этой стороны это сам огромный комплекс. Да, конечно, здесь нет турецкого моря. Это тут барчик. Тут нет турецкого моря теплого, да, там. Или, например, ну, Средиземки теплые или Красного моря с рыбками. Но сам по себе комплекс очень офигенный. Правда? Слушай, это что такое? Я не могу понять. Это парк какой-то, что ли? Давай погуляем. И этот, то, что я там смотрела ролик, там какие-то еще какие-то конюшни, лошади, что-то там такое. Мне кажется, там для детей какая-то площадка, скорее всего. Здесь вон загорай на балконе. Не знаем, конечно, какие внутри номера. Но внешне зайти вовнутрь, конечно, очень фойе. Вот это все холл у них. Очень красивый. Такой дорого-богато. Дорого-богато. Вон кто-то едет, видишь? Да, вот эта дорога. Как она... Я не знаю, как это, что это такое за развлечение. Это не американские, они вроде не такие крутые. Ну, типа как горки американские. Вот садишься в эту машинку и катаешься. Она же достаточно медленно едет. Смотри. Так это поднимается, потому что... А когда спускаешься, то ты будешь на скорости. А. Саш? Туго ты это. А, вот конюшня. Все правильно. Вот здесь же эти коняки. Ну, не, ну просто кони-то где сами? Там внутри, что ли? Кони? Да, вот видишь, клуб. Спят в это время. Подожди, что там написано? Пошли зайдем, там клуб может... какой-то в тайне. Иди уже прямо. Буди сейчас. Потом опять сюда пойдешь. И народу, конечно, там, да, вот. Вот, может, мы сейчас туда и дойдем. Нет, я имею в виду... Возьмем, да прокатимся. Внутри этой гостиницы-то, как бы, гостиница-то, ну, прилично народу, да? Даже очень. Даже очень. Вот эти горки, которые, как бы, ну, покататься, развлекать. Вон, видно, едет кто-то. Вот сейчас, наверное, вот с какой скоростью, да. А, она, в принципе, вот она и... Сейчас посмотрим, следующий поедет. Да. А там один сидишь? Вдвоем. Вдвоем разве? Я думаю, вдвоем. И что-то одной мне просто это, не хочется. А, вроде один. Один сидит, да. А скорость-то слабенькая какая. Да? Да, вот только там еще быстро. А здесь уже вон еле-еле. Угу. Ну, сейчас дойдем, посмотрим. Здесь детская развлекаловка. Я вообще не понимаю, как к ним подойти вниз, туда спускаться. Я думаю, вниз. Там билет. Ну вот и озеро. Да, вниз. Сейчас, может, прокатимся туда. Ну, если ты боишься, я прокачусь. А вот подъемник, кстати. Я не понимаю, это подъемник, ну, значит, все-таки на... здесь на лыжах зимой тоже скорее катается. Всего. Вот подъемник же видно. Это подъемник. Нет, вот если бы вдвоем ехали бы, блин, по-моему, наверное, там одиночки. По одному. Одиночки, да. Ну хорошо, я один, если что, прокачусь. Сниму для тебя контент. Не надо. Ты имеешь в виду будешь это... Там же держаться надо.
Телефон уронишь. Да, вон касса написана. А здесь, смотри, непонятно, может, раньше была какая-то горка с водой, да. Да, спускаешься, спускаешься и... Да, может, у них какой-то был как... Там или это маленький. Для... Нет, для лыж вряд ли такие тут. Да, это водная, скорее всего. Если там надо это регулировать что-то, тормозить или это, то тогда нафиг. А слушай, где билеты продают? Да вон касса, видишь, видишь? А здесь что-то было, видишь, просто сейчас закрыто. Или они... Видишь, раньше было, наверное. А здесь, наверное, бар был. Он теперь не работает, наверное, скорее всего, да? Или он работает, людей просто нет. И не работает, вообще тишина. И тропинка-то вон вдоль этого есть, можно пройти потом, если только выйдем мы, не выйдем, надо посмотреть. Выйдем мы куда-нибудь, просто обратно там в обход, конечно, далеко столько тащиться. Пойдем посмотрим. Ночью надо прокатиться на этой фигне, да? Да. Они такие медленные, это даже не американские. Наверное. Мы дошли, значит, надо прокатиться. Ну это же не американские горки. На американских, наверное, не поехала. Ты что, уже всю воду выпил? Нет, еще не все. Не, оставь водичку, да. Вот, наверное, вовнутрь заходить, нет? Касса там внутри. Или там. Не, наверное, здесь. У меня здесь закрыто. Сейчас покажу, как они выглядят. Эти штучки. Покатушки, штучки. Так в нее садишься. Паровозики такие. А, здесь автоматическая касса какая-то, да? Здесь даже бесконтактный человеческий. Вот 6.1 съезд. 6.1 съезд. Я ничего не понимаю тоже. 10 пунктов. 70 метров. Да уж. Злотые. Один злотый, два злотый, пять злотый. Можно это монетами кидать за билет. А сколько я надо кинуть? Ну да. Нам вряд ли кто-то что-то объяснит, потому что тут женщина была, конечно, потому что она тут не относится к этому. Злотых один билет? Да. А там только монетами, что ли? Супер! Ну что, будем брать? Там написано 5 злотых, один злотых. Каких 50? 5 злотых это что, за 1 евро спуск? Что-то мне не верится. Ну не 50, значит, что не то. Первый поехал. Ладно, сейчас посмотрим. Может, прокатимся.